Больше 200 кустанайских предпринимателей представили свою продукцию на региональном этапе выставки «Лучший товар Казахстана». На главной площади развернулась своеобразная торговая площадка, где можно было не только увидеть продукцию, но еще купить и попробовать. Бороться за победу бизнесмены будут в трех номинациях, а победители представят область на республиканском этапе. Разнообразие товаров поистине удивило. От автомобилей и сложнейшего оборудования до сыров ручного производства, кумыса, экосладостей, мягких игрушек и украшений. Самая главная цель этой выставки – это популяризация профессии предпринимателя. Мы хотим, чтобы в свете вот последних событий, в свете того, что многие вопросы именно с доставкой сырья у предпринимателя, какие-то квоты, вот даже саранча, там, сайгаки и так далее, много-много таких факторов. Но, несмотря на это, бизнес занимается своим делом, платит налоги, создает рабочие места. Поэтому цель данного мероприятия – это популяризация профессии предпринимателя. В региональном этапе специальная комиссия определит 9 победителей. Стоит отметить, что данная выставка проходит в Казахстане уже 10 лет. Итоги юбилейного года подведут осенью в столице.